Ладно, Бенджамин, я задам вам один из самых важных вопросов, которые задают стажерам, и хочу, чтобы вы хорошенько подумали, идет? Кем хотите стать через 10 лет? Мне будет 80. Помнишь, пару недель назад мы говорили о стажерстве для стариков? Для старшеклассников ты хотел сказать? Нет. Для пожилых людей. Погоди, что? Это наш гендиректор Джо Состин. Что ты мне посоветуешь? Моргайте. Моргать? Она терпеть не может, если люди не моргают. Здравствуйте, Джулс, я Бен, ваш новый стажер. Вы относитесь к этому с юмором? Конечно. Я напишу, когда для вас появится задание. Буду ждать, сэр. Прошу прощения, извините. Вы новый водитель Джулс? Нет, вообще-то я ее стажер. Это прикольно. А стажер на расхват. Мистер Конг гениальность, его все обожают. Хочешь произвести впечатление, заправь рубашку. Почему сейчас никто не заправляет? Я тебя спрашиваю. Я Фиона, местный массажист. Бен. Как тебе, Бен? О, впечатляет, здорово. Прикройся. Да ты не такой уж и старик. Ты есть на Фейсбуке? Появился 10 минут назад. Лучше поздно, чем никогда. Ты можешь ответить на все эти вопросы, если хочешь. Например, кто тебя вдохновляет? Джулс Остин. Ты меня вдохновляешь, Джулс. Инвесторы считают, что опытный директор мог бы отхватить часть твоего пирога. Найди мне курсы директоров. Я никогда ничего подобного не испытывал. То, что ты сделала, это удивительно, это чудо. Не забывай об этом. О чем? Неплохо. В такие моменты нужен человек, на которого можно положиться. А ты ведь мой... Стажер. Стажер-лучший друг. Смотрите и учитесь, парни, это очень круто. Как всего за одно поколение мужчины из Джека Николсона и Харрисона Форда превратились... Кошмар.